Сегодня делаем обзор велосипеда Battle 6, вот модель 650. Вот это велосипед на алюминиевые рамы, вот настоящий заводской китаец. Есть режим лок, то есть на дороге можно зафиксировать, вот чтобы жесткий, чтобы не терять лишнюю энергию. Значит, моторчик у него стоит МХУС. Вот, стоит кассета на 8 скоростей. Вот, стоит Shimano Altus. Вот, защиточки, все как полагается. Вот, наклеечка, вот, чтобы цепь не била. Поэтому дисковые тормоза, винзип, машинки алюминиевые. Вот, и диск из нержавейки, обода, соответственно. Дисковые, резина вот такая интересная, накатистая, с водоотводом. Вот, велоплюш, итальянское седло, облегченные педалечки, провеловские кованые шатуны, сисовская передняя раздатка шимановская. Вот, провода, ребята, смотрите, все убрано в раму. Вот, под контроллер стоит вот такая пластиковая коробочка. Вот, батареечка в кейсе. Мы поставили сюда батарейку 36 вольт на 19,5 ампер. То есть мы увеличили в 2 с чем-то раза. Дисплей, где, в общем, можно видеть скорость, расстояние, дальность и так далее. Выставлять мощность ассистента, увеличивать его, ну и так далее. Трехболтовый вынос стоит. Ручки алюминиевые, отключающиеся работу мотора. Значит, еще мы доработали, значит, вилочку. Вот, поставили на нее усилитель. Вот стоит усилитель, двухэлементный усилитель на алюминиевую вилочку. Ну, в общем-то, наверное, и все по этому девайсу. Постараемся выложить, еще тут фонарик есть, вот, постараемся выложить хорошую цену на него, так что я думаю, что все вам понравится. Ну, как бы еще ракурс издалека сейчас сделаем вот так.